Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Каждый огородник, у кого есть теплицы, знает, что рано или поздно возникают проблемы, связанные с высокой температурой в теплице. Вот здесь у меня растут баклажаны, перчики наконец-то начали оживать. Весна холодная, но делать нечего. Но когда солнышко начинает припекать, это создает тоже немало проблем, и приходится растение притенять. И вот применил такой, может быть, не новый, очень простой, но я считаю очень эффективный способ притенения растений. Выбрал вот такие вот канцелярские зажимы, которые побольше, ими удобнее пользоваться, и кусочек укрывного полотна. Такого полотна немало на участке скопилось. Это даже вот не новый кусок. Взял подходящий. И вот канцелярскими зажимами это укрывное полотно просто прижал к каркасу теплички. Вот к этому профилю. Отлично все это зафиксировалось. Вот видно и здесь тоже. И вот здесь тоже. Ну и дальше. И притенение получилось очень неплохое. Вот эта сторона южная, здесь самое опасное место. Когда солнце жарит, открывая двери, не открывая, растениям очень тяжело. И вот это притенение очень помогает. А установить вот такое вот защитное устройство очень просто. Вот такие канцелярские зажимы, они есть в продаже. Если нет вот таких вот довольно крупных, мощных зажимов, можно использовать те, которые поменьше. Они тоже, в принципе, защелкиваются. Ну, конечно, может быть, не так удобно. Вот эти вот фиксируют крупные зажимы. Просто намертво, даже не оторвать. Так что, вот прицепил вот это вот укрывное полотно не первой свежести, и оно служит добрую службу. В другой теплице то же самое. Это очень даже неплохо. При желании можно прикрыть и верхнюю часть. В порядке эксперимента попробовал использовать вот такое укрытие от солнышка. Этого хватило вполне. Температура подходящая. И укрывать вот эти стороны другие не стал. Во второй половине дня вот здесь тоже солнышко. Но это уже солнце не такое яркое, не такое жаркое. Поэтому вот такого простого способа защиты от солнышка вполне хватает. Канцелярские зажимы, они стоят не очень дорого. Их можно купить и использовать с большим успехом. Вот здесь видно, еще на готове стоит обогреватель. Поскольку у нас еще по-прежнему продолжаются заморозки, к сожалению. Как это все уже надоело, я не знаю. Ну, по-моему, эта ночь была последней. Было минус один. Надеюсь, больше не будет. Ну, делать нечего. С природой не поспоришь. И приходится иногда включать вот этот маленький маломощный обогреватель. В этой тепличке у меня растут баклажаны, перцы сладкие. К сожалению, они выглядят не очень презентабельно. Довольно скромные, нерослые. Поскольку весна была холодная и рассада довольно сильно отстает. Вот эта вигна зато хорошо взошла прямым посевом в грунт. Очень хорошая культура. В конце пожелаю всем огородникам хороших урожаев. Всего самого доброго. До свидания.